Всем привет, с вами Психиатр, мы продолжаем играть в Skyrim. Твоя победа подтверждает, что мы в тебе не ошиблись. Тебе удалось доказать, что ты сможешь руководить коллегией Винтерхолл. Ух, нифига. Нам ведомо многое из того, что скрыто от тебя. Мы верили, что ты добьешься успеха. Око становится нестабильным. Его нельзя тут оставлять, иначе оно может уничтожить коллегию и весь мир. Его нужно спрятать. Действия Анкана доказывают, что мир еще не готов к такой вещи. Мы будем охранять его. Пока что. Вы сохранили свою коллегию и сможете жить как прежде. Спасибо тебе, Архимаг. Не, ну что, круто. Юпитер. Весь мир у тебя в долгу. Нам пора идти. Ты чё? Наш орден не забудет твоих деяний. Ура! По-моему, он просто стал невидимым. Ну, я знал, что ты справишься. Осмелюсь сказать, что псиджики правы. По-моему, нет более достойной кандидатуры на должность Архимага. Вот теперь это твое. И покой Архимага тоже. Я в любой момент готов помочь тебе советом, если потребуется. О, круто. Одеяние Архимага. Что-то не могу найти свой перегонный путь. Он мне нужен для исследования. Почему? О, слушай, извинения. Я поделюсь с тобой знаниями. Блин, нам иллюзию надо. Мы изменения качаем. Ну ладно. А то уровень новый. Услуги по зачарованию предметов. Ты уже знаешь все, что знаю я. Естественно. Так, а чё за... Ты чё, долбанутый? Доброго дня тебе, друг. Все ли в порядке? Ты чё, вообще? Ты меня не бей. Тебе удалось сохранить место, где жители Скайри? Так, давайте посмотрим. Посох Магнуса. Из одежды. Блин, нафиг я взял таумарскую хуйню эту. Непонятно, ну ладно. Одеяние Архимага. Все заклинания расходуют на 15% меньше магии. Плюс 50 единиц магии, плюс 100% к восстановлению. Ну неплохо, но я его носить не буду все-таки. Вот, 15%. На все школы. Ну хз. Как бы 50 единиц это вообще фигня. Плюс 100% к скорости тоже хрень в бою. Да, все заклинания было бы круто, если бы можно было сделать бесплатными. Могут изучать магию. Пусть большинство из них тебя за это и возненавидит. Так, ну что, я вас поздравляю, ребят. Мы прошли с вами коллегию Винтерхолда полностью. Давайте заглянем в покои Архимага. Вот. Чё у нас тут? О, все, что я тут тырил, теперь можно бесплатно брать. Халява! Ёптель. Я не могу разочаровать. Костюмчик. Нет, не могу. А было бы круто. Сапоги. Моя кровать. Пустой сундук. Мудуин есть. Книжки теперь можно спокойно забирать. Спи.
пустой сейф. Жратва. Это я тут помусорил. Так, отлично. Эктоплазма. Так, корень нервно. Все возьму, ёптель. Ничего вам не оставлю. А что тут ничего нельзя? Я тут, видимо, уже собирал. Да? Ну ладно. Так, ну чё, супер, закончили. Коллегию Винтерхолдов. Винтерхолда, блин. Вот. Пойдемте на выход. Вот, давайте думать, какие квесты будем выполнять дальше. Вот. Значит. Давайте думать. Единственное лекарство. Мне не интересно. Белый флакон. Какая-то лажа. Вот стена Алдуина, может быть. Блин, эксперимент Жарга надо еще. Вместе топору, топор. Это еще хрень какая-то. Или вот в ряды братьев Бури, надо подумать. Это точно нет. Уборка не хочу. Хаганианка. Блин, давайте словарь, что ли, вернем. Стать полноправным членом. Так. А тут что у нас? Так, ну поехали. Ёптель. Так. Куда это нам нужно? Так далеко. Ух, нифига. Давайте от поместья Золотоцвет, наверное. Отправимся. Так. Угу. Блин, у меня коня убили, на самом деле. Надо бы нового купить. Ну, как-нибудь купим. Я даже сам коня этого убил, но я не хотел. Так, подводная рыбалка. Прикольно. Шо? Олень? Морской желудь. Первый раз вижу. Так. Ага. Что это тут такое?
Давайте добудем. Так, добыли все, что хотели. Олень, да ты не волнуйся. Мне камни душ уже не нужны. Вот. Я даже, кстати, великие выложил, незаполненные. Вот, ибо у нас дофига. Уже там 15 камней душ, если считать с великими и черными заполненных. Просто мне как бы больше точно не надо. Пока что. Вот, а как понадобится, мы... Ты кто такой? Ты чё на меня напала, курица? Записка ассасина. Сейчас почитаем. Книги. Где записка? Вот она. Ваша цель я подлежит уничтожению любым способом было... Проведено черное таинство. Видимо, кому-то эта личность очень мешает. Черное таинство? Мы уже получили оплату по контракту. Провал недопустим. Ну чё, сори. Ёптель. Черное таинство. Так, я беру здоровье в последнее время. И, в принципе, буду продолжать. Так, колдовство, разрушение на 85. В принципе, качать ничего не можем. Так, кузнечное дело надо развивать, но... Так, ладно, ничего не хочу. Боись, олень. Видишь, я тебя не убиваю. Ёптель. Так, походу мы пришли, да? Ой, что-то тут высоко. Блин, ну чё, ну? Давай. Да блин. Чё на самый верх залезть? Блять, ну я уже залезал как-то, ну. Давай, давай, давай. Ну я верю, что ты можешь. Красавчик, красавчик, еще. Еще. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Главное не сдаваться, ёптель. О! На самый верх залезли, ёпта. Блин, ну не на самый, но. Ну тут что, несколько входов? Странно. Сейчас тут будет у нас закрыто с другой стороны на засов. Так и знал.
что это выход. Ох, нифига. Это типа главный сундук мы нашли. Блин, я, наверное, домой слетаю. Это у меня уже 298 килограмм. Так, после того, как я взял один из этих сундуков. Точнее, не из этих, а просто сундук. Бля. Так. Окей, засветили точку, и хорошо. Где этот поместье? Давайте все сложим, а уже потом отправимся. У нас, наверное, дракона тут. Лишний хламец. Так, пойдемте дальше. Давно я не показывал, как я тут расформировываю свои вещи. Заодно и посмотрите. Так, сюда я кладу всякие драгоценные эти колечки. Амулетики. Но сейчас таковых нету. Значит, тут у меня все камни душ, кроме великих и черных. Стоп. Я ничего лишнего не положил. Вроде нет. Так, тут у нас, значит, великие и черные, да? Тут драгоценные камушки и амулетики. Я, кстати, не могу их положить случайно. Нет, не могу. Так, значит, тут я храню памятные вещицы, одежда, например, вот это. Так, из оружия ничего нету. Там, по-моему, у меня посох Магнуса был. Так, это все пойдет на продажу. Ничего ли я не могу снять? Ничего я не могу. Кстати. Так, окей. Я тут, кстати, этого приодел. Манекена. Так. Ингредиенты, да? Отлично. Значит, тут у меня зелья, которыми я не пользуюсь. Тут, по-моему, таких нету, да?
Так, тут все, что на продажу. Так, 123 килограмма, еще у нас книги, да? Должно быть где-то 118 или меньше, 112. Бля. Да заебало нахуй. Ну, сучка. Даже 116, да? Так, еще я забыл проверить свитки. Свитков нету. Так, пища. Значит. Пищу я обычно съедаю, если есть такая. Так, мусор надо выкинуть. Зелья. Все. Нежда, все. Оружие все положили. Блин, надо бы как-нибудь выполнить этот квест. Ярость красного орла, а то 12 килограмм лишних таскаем. Нехорошо. Так, давайте теперь выкинем мусор, который случайно подобрали. Так, мусор у нас... Ага. Ну все, вот как я и говорил, 112 килограмм, четко. Вот, ладненько. Давайте я выпуск когда закончу. Вот, а уже сюда мы отправимся в следующем. Вот, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Психиатр.